Всем привет! Еще с весны у меня начали накапливаться разные новинки, классные и не очень. Что-то я покупала сама, что-то мне присылали косметические компании. Если вам интересно узнать мое мнение по поводу разных средств и также поучаствовать в конкурсе, то обязательно оставайтесь со мной. Даже не знаю, с чего бы тут начать, так много у меня всего. Давайте с карандаша, который я уже вам советовала. Это карандаш для бровей от марки Vivien Sabo. Но у меня был слишком темный оттенок для такого типа внешности, как у меня. Я его подарила маме, она с удовольствием им пользуется. Но наконец-то у меня появился самый светлый. Кстати, у меня был и первый, и второй. Второй, он такой холодный, прям настоящий тауп. Если вы находитесь в поиске такого цвета, то обратите внимание. А вот этот первый, он также даже не совсем холодный, он скорее нейтральный. И не слишком теплый, но и не слишком холодный. В общем, мне он подходит безупречно, как мне кажется. Если вы светленькая блондинка, обратите внимание на вот этот карандаш. У него классная пигментация, у него тоненький стержень. И без проблем сможете нарисовать брови любой толщины, где-то что-то подкрасить или заново нарисовать. Со второй стороны находится пружинка, которая классно распределяет средства. Короче говоря, все цвета вот этих карандашей обалденные. По качеству могу только похвалить. Раз я уже начала говорить о бровях, давайте продолжим эту тему. Значит, наслушалась я польских блогеров. Все они хвалили помаду для бровей от польского бренда Vibo. И долгое время не было нужного мне оттенка. Я все так присматривалась, может как-то приспособить их тауповый. Вообще у них классные цвета, тоже холодные, без какой-то теплинки. Но когда появился блонд, я успешно забыла об этих средствах. Прошло какое-то время, и наконец-то эта помада для бровей есть в моей косметичке, чему я очень и очень рада. Девчонки, это бюджетный must-have для тех, кто любит использовать помады. Если вы хотите что-то попробовать, то от всего сердца рекомендую. Потому что она без проблем наносится, у нее классная пигментация, хороший оттенок, консистенция и не слишком сухая и не кремовая, но она не такая, которая слишком быстро схватывается, это своеобразная золотая середина. Я обычно набираю небольшое количество, распределяю все по скошенной кисти в крышечке и потом дорисовываю волоски там, где их нет, или вообще задаю своим бровям новую форму. Еще и ко всему, это средство очень стойкое. Если вам достаточно моих аргументов, то рассказываю, где купила. В Польше есть магазин Rossmann, и там продается это бюджетное чудо. Если я найду ссылку с международной доставкой, по-моему, когда-то Vibo были на Lady Makeup, то обязательно, конечно же, поделюсь с вами в инфобоксе. Едем дальше. У меня есть палетка от Urban Decay. Мне ее любезно предоставили представители бренда. Выглядит она таким образом и называется Backtalk. Сегодняшний мой макияж в основном выполнен этой палеткой. Выглядит она таким образом. Я не знаю, кто до этого додумался, но все это очень занимательно. Зеркало можно достать. И мне кажется, что в путешествиях будет очень даже удобно. Здесь двойное зеркало. Я пока что с ней никуда не ездила, но дома тоже пользуюсь вот этим зеркалом. С одной стороны находятся средства для лица, хотя вы тоже можете использовать их и в качестве теней, и как только там придумаете, и со второй тени. Я должна сказать, что самое большое впечатление на меня произвели именно средства для лица из этой палетки, так как здесь находятся максимально универсальные, нейтральные, подходящие каждому возрасту и типу внешности оттенки сатиновых румян. Сатиновая текстура самая любимая у меня лично, так как она так живенько выглядит на лице, но при этом не подчеркивает несовершенство, какую-то текстуру, то есть неровности, бугорки, морщины. И очень освежает. Здесь также есть два хайлайтера. Один персиково-золотистый. Вот его я в основном набираю пушистой кисточкой и наношу в качестве основных румян. И потом только на яблочко добавляю один из вот этих оттенков. В зависимости от того, какое у меня настроение, какой макияж я хочу получить. Более теплый, нейтральный, холодный. Когда я пользуюсь этой палеткой, у меня не получается нанести одно средство. Я что-то миксую, что-то там пробую. И вот этот хайлайтер сначала показался мне суховатым, но если взять мягкую кисть, он прекрасно втушевывается в кожу. И вообще-то я сейчас делаю так. Наношу все пудровое на лицо, потом беру увлажняющий спрей, прикрываюсь. Ну, то есть закрываю Т-зону и наношу на периферию какой-то спрей, который усаживает все пудровые текстуры. И тогда лицо начинает очень красиво переливаться. И никто никогда не додумается, что у вас там 350 тысяч хайлайтеров и чего-то еще.
Все выглядит очень красиво, как будто кожа светится изнутри. Что касается теней, я смотрела разные обзоры, я скажу от себя. Мне эти оттенки чем-то напоминают палетку Naked 3, за исключением нескольких цветов, но в Naked 3 нет средств для лица. И меня абсолютно не смущает то, что здесь нет черного или какого-то темно-темно-коричневого. Я редко таким пользуюсь. И также мне нравится то, что у этих теней не какая-то заоблачная пигментация. Благодаря этому у меня как раз получается такая плавно растушеванная дымка. Еще что-то, они не особо осыпаются, но мое сердце до сих пор принадлежит вот этой малышке Naked Heat. И если бы мне надо было выбирать, я бы купила такую палетку и одни румяна отдельно. Марка Азеива, как обычно, и порадовали, и расстроили одновременно. Порадовали нас тем, что выпустили небольшие палетки тех подборок теней, которые у них получились самыми удачными. У меня, например, была вот эта Coco Blend. Я как-то подарила ее своей подруге, так как у меня было слишком много разных палитр, и я очень долго об этом жалела, признаюсь честно. Я немножко удивлена тому, что они не выпустили свою знаменитую, хитовую, базовую, самую ходовую палетку Naturally Yours в таком формате. Ну да ладно. В общем, смотрим. Первая палитра выглядит таким образом, и в первый мир, как говорится, я без ума от этих оттенков. Долго не могла решить, какую из этих палеток разыграть среди вас. Хотела дать вот эту, но моя подружка залезла сюда пальцем, поэтому придется выбирать среди вот этих двух. Короче, я считаю, что при помощи вот этих шести цветов можно выполнить и дневной абсолютно нюдовый макияж, и вечерний, и трендовый, и даже smokey eyes. Здесь матовые, сатиновые, очень красивые. Вот это прям шик. Не менее интересные. Наверное, у каждой из вас есть базовая палетка теней, поэтому давайте разыграем какую-то поярче. Вот следующая с матовыми цветами. Какую бы выбрать для вас? Пусть будет вот эта, так как здесь такие приглушенные оттенки и более трендовые, тоже оранжевые. И вот эту положу в подарочек. Еще есть такая палетка теней с оранжевыми, с золотистыми. И вот такие золотистые у Цаива на моей внешности выглядят как-то дешево. Даже не знаю, кому бы ее подарить, честно говоря. Хорошо, что у меня все подружки разные, кому-то она приглянется и понравится больше, чем мне. Когда я увидела вот такой набор дорожных кисточек у Зеева, я подумала, ну, наконец-то. Наконец-то мои кисти не будут занимать 1/4 моего багажа. Я утрирую, но хотелось бы иметь дорожные кисточки. Распаковала я их и смотрю, вижу вот что. Кисть, которая мне нравится, которую я очень часто раньше использовала для оформления бровей, кривая. С ней что-то не так, я покажу вам вблизи, ну это не дело. Они, конечно же, легенькие, и вот эти вот три кисточки, одна для растушевки, вторая для консилера или для базы под тени, ну, в общем, для кремовых текстур, бочоночек такой, и плоская кисть. Но вот это для бровей, ну почему не тоненькая, скошенная, почему вот это? И раньше у Цаива они были плотнее как-то, ну совершенно другой ворс, это синтетика, вот это именно. Я подозреваю, что стоят они еще и не дешево. Если бы я купила 4 кисточки, и одна из них меня бы расстроила, мне было бы как минимум неприятно. Это просто фантастика, никак иначе. NARS порадовали меня практически всей коллекцией в коллаборации с RDM. Это все приехало в такой коробке, что ее не просто хочется сохранить, а передать детям по наследству. Вот такая красота открывается. И внутри находится огромное зеркало. Открываешь как что-то. Дубль номер 2. Открываешь и видишь вот такое сокровище. Это, конечно же, лимитированная коллекция. И она будет продаваться вот в таком оформлении. Что же есть у меня? То, что я уже успела попробовать, это румяна. Точнее, по моему мнению, это румяна и хайлайтер. Оттенок, который называется Loves Me Not. Очень нежный. Он настолько деликатно подсвечивает кожу. Холодный. И он выглядит не так, как обычный хайлайтер, который сияет издалека. Это вот такое благородное свечение кожи и совершенно другая текстура, нежели у тех хайлайтеров, которые я показывала вам в фаворитах года. Вот чего-то такого у меня, кстати, нет в косметичке. Для меня это что-то новое. А вот эти румяна в оттенке Loves Me, такая игра слов немножко получается, настолько насыщенные, яркие, интенсивные. Здесь столько пигмента, что я вас очень сильно прошу брать самую нежную кисть
и наносить минимальное количество, микроколичество, иначе получится то, что у меня. Мне пришлось их даже смывать, так как они очень и очень насыщенные. Безумно освежающий оттенок, как такие щечки после мороза, но в минимальном количестве, которое вы способны нанести. Я знаю, что в этой коллекции есть две палетки теней. К сожалению, мне досталась та, которая меня не то чтобы чуть меньше привлекала, она просто не подходит моему типу внешности. И вообще, зная меня, вы тоже сможете сказать, что такими цветами я однозначно пользоваться не буду. Но если вы ищете что-то не банальное, не очередную базовую или красноватую палетку, хотите чего-то большего, хотите экспериментов, то обратите внимание на вот такие оттенки. И вообще качество теней у NARS всегда на высоте. Я верю в то, что вот эта палетка тоже найдет своих фанатов, но я как человек нюд делала бы ставку на вторую. Еще здесь есть очень интересная палетка для губ. Причем она состоит из такой кремовой базы, она имеет нейтральный оттенок и пудр. Три из них матовые и одна шиммерная. Представляете, все это можно смешивать и каждый раз получать новый оттенок индивидуальной, созданной лично для вас помады. Вот это интересно. Такой палеткой я обязательно поиграюсь. Еще здесь есть матирующие салфетки. Сегодня так жарко. Давайте я сейчас ими и воспользуюсь. Салфетки тоненькие, не пропитаны пудрой. Вау. Даже не знала, что у меня все так печально. Салфетки довольно большие, как я выгляжу. Видите, что одной хватает на все лицо. Окей. Не знаю, что это, давайте смотреть вместе. По-моему, это что-то голографическое. Хайлайтер, который... Ух ты! Вот это будет красиво смотреться в макияже глаз. Он такой кремовый. Но опять-таки, возможно, в вечернем макияже, в моем я имею в виду, такой лилово-розово-голубой. Еще в коллекции будет целых 6 оттенков помад. Один из них черный, два таких очень стильных красных. Меня больше всего интригует вот этот. Но так как у меня сегодня нюдовые губы, давайте попробую нанести розовый, чтобы я поняла текстуру. У меня, конечно, уже накрашены губы, но я уже чувствую, что эта помада кремовая, полупрозрачная и увлажняющая. Так, по-моему, у меня случился восторг. Не могу устоять, попробую и вот эту. Она тоже полупрозрачная. Вот эти вот две будут моими самыми любимыми. Марка The Body Shop прислала мне холодильник, вы не ослышались. Но это коробочка в виде холодильника, и здесь скрываются их новые йогурты для тела. Это не масла, это не то, что у них было раньше, это абсолютные новинки. Сейчас не могу открыть холодильник. Оля, садись на диету. А внутри скрывалась вот такая вкусно пахнущая красота. И знаете, если у вас абсолютно нормальная кожа, вы не нуждаетесь в каком-то восстановлении, в суперпитании, и вообще вы ощущаете на себе каждый бальзам, все липнет, это неприятно, то, скорее всего, вот эта формула вам придется по вкусу. Я уже пользовалась вот таким йогуртом с ароматом розы, и один из самых популярных я приберегла для вас, потому что вот этот, он все-таки такой сливочно-сладкий. Я вот решила, что летом одной из вас как раз понравится аромат манго, так что сразу откладываю. Очень приятная, легкая гелевая текстура. Но, конечно же, такого легкого йогурта будет недостаточно для обладателей сухой кожи. А вообще, даже самое легкое увлажнение летом придает нашему телу такой красивый лоск, и ноги сразу выглядят по-другому. Так что даже в самые жаркие дни я наношу такой йогурт на ноги, надеваю шорты, какую-то юбку. Ну, в общем, мне очень нравится. А здесь у меня такая таинственная коробка с черными перьями, и ее мне прислал бренд Rimmel. Я у вас спрашивала, хотите ли вы отдельный обзор? Сказали да, значит сделаю обязательно. Скажу только вот что. Так, немножко забегая наперед, что сегодня с самого начала видео у меня на губах была вот эта помада из линейки Stay Matte, и это оттенок Blush. Они офигенные. Простите мой сленг, но это просто, это факт, вот и все. Вот это уже второй оттенок, который я сейчас же положу в сумочку. И о минусах я также расскажу, но я вижу больше плюсов, чем минусов. Короче говоря, здесь и палетки теней,
разные нюдовые и более насыщенные какие-то интересные оттенки. Мы все это с вами разберем в другом видео. И вот эта палетка, она уже такая заюзанная, просто коробка приехала ко мне давненько. Почему так это все держу? Она у меня в оттенке 002, и это моя последняя любовь. Здесь невероятные красоты бронзер. Если вы думаете, что Physicians Formula это предел мечтаний за $12, вы глубоко ошибаетесь. Вот этот на коже выглядит красивее. У меня есть и тот, и другой, какие-то люксовые. Вот этим сейчас пользуюсь чаще всего. Он не матовый, сатиновый, то есть на лице выглядит максимально натурально. Вы не наставите себе каких-то непонятных полосок. Освежающие персиковые сатиновые румяна. Уже говорила, почему я выбираю такую текстуру. И хайлайтер. Сейчас хайлайтер мне чуть-чуть светловат, но все равно очень красиво смотрится на лице. И сначала он может показаться таким не слишком мелким. Но вы его втушуете в кожу и посмотрите, как красиво он засияет. Сама не ожидала, миллион раз проходила мимо этих палеток, а сейчас у нас случился летний роман. У марки Clinique вышла целая линейка под названием Fit. И сначала я думала, что здесь будет только уход, потом увидела какие-то декоративные средства и так подумала, косметика для спортзала не совсем моя история, но эта линейка предназначена тем из нас, кто постоянно в движении, кто сначала отвозит детей в детский сад, потом спешит на работу, после работы в спортзал или перед работой в спортзал, дальше за покупками забрать ребенка и вот так никуда никогда не успеваешь. Если вам хочется найти средства, которые очень быстро приведут вашу кожу в порядок и еще и хочется немножко подкраситься, чтобы иметь человеческий вид, то вам, скорее всего, это все пригодится и понравится. Первое, что мне попадается под руку, это влажные салфетки. И вот я, когда, к примеру, что-то там записываю, или вечером мне просто хочется смыть макияж, и хочется это сделать как можно скорее, я беру влажную салфетку, стираю тональный крем, и тогда могу заниматься спортом, там, идти побегать или дома потренироваться. Сейчас не часто это случается, но не об этом в этом видео. В общем, салфетки мне точно пригодятся. Также здесь есть увлажняющий спрей, который я использую как обычный тоник. Просто иногда наношу на лицо, дальше увлажняющий крем и как бы на этом все. После этого Clinique предлагает нам нанести увлажняющий и одновременно матирующий крем. Это не совсем моя история, я отдам его мужу, у него жирная кожа. И я до сих пор верна вот такому Moisture Surge. Если классический был для вас тяжеловат на лето, я не представляю, как такое может быть. Для меня это просто идеальный базовый крем на теплое время года. То обратите внимание на вот этот, который якобы должен давать увлажнение на 72 часа. Это небольшое преувеличение, но он легче и неплохо увлажняет. Под макияж тоже очень хороший. То, чем я не смогла пользоваться, так как для меня это слишком светлый оттенок. Давайте положим вот это средство кому-то из вас в подарок. Это легкий тональный крем с SPF 40, и он тоже идет с матовым финишем. Я видела, что Лена 864 его хвалит, у нее как раз жирный тип кожи. Если вам нужен отзыв, то заглядывайте к ней, она уже несколько раз им пользовалась в своих видео. И то, от чего я без ума, мне вообще как-то в последнее время очень нравятся разные тинты для щек, это вот такая миниатюрка, ну точнее это полноразмерный продукт, просто он небольшой, так как у него сильная пигментация и его надо капелюшечку. Я когда сделала свотч, я обалдела, посмотрите какой темный цвет, но когда его растушуешь, то получается стойкий, полупрозрачный, натуральный финиш. Видите, у меня такая слегка розовая рука, здесь нет никакого шиммера, каких-то там блесток. Это то средство, которое реально может подойти каждой из нас. Еще в этой коллекции есть тушь, пока что ничего не пробовала. У La Roche-Posay сейчас вышло просто гениальное средство, точнее оно у них уже было. Это линейка Antelios, молочко для лица и тела, но теперь оно доступно в маленьком формате. Мы всей семьей очень любим защиту от солнца La Roche-Posay. В прошлом году мне присылали спрей для детей и для взрослых с SPF 50, в этом году я сама докупила. Мне еще кое-что прислали, но уже после нашего отпуска, все равно спасибо огромное. И я очень рада, что теперь вот такой небольшой флакончик будет всегда и везде со мной. Ходишь где-то под солнцем, тебе вообще не хочется носить с собой какую-то огромную банку. Так что я вот прям бесконечно рада. И еще у La Roche-Posay вышли средства тоже с SPF 50, которые можно наносить на влажную кожу. Здесь крем, написано, что подходит для кожи вокруг глаз. Вот это всегда проблема, что наносить под глаза.
Я очень часто просто надеваю очки и стараюсь минимальное количество крема защиты от солнца наносить под глаза, чтобы не раздражать эту нежную область. Буду обязательно пробовать. И вот такие вот огромные тубы. Это для детей, а вот это для взрослых. Но мы всегда покупаем две. Вообще-то можно пользоваться одной всей семьей. Мне кажется, что если детям можно, то всем остальным нужно. А теперь я хотела бы организовать небольшой розыгрыш на моем канале. Знаете, я была бы самым счастливым человеком на планете, если бы я смогла как-то порадовать и отблагодарить каждого моего зрителя. Но вообще, спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за то, что смотрите, комментируете, разделяете со мной какие-то радостные и не очень моменты, терпите, пока я настраиваю свою технику. И да, спасибо вам за то, что вы у меня есть. И теперь о конкурсе, да, о розыгрыше. Что же можно будет выиграть? Первое – это самый популярный хайлайтер марки NARS в оттенке Albatross. Я хвалила чуть другой, более темный в своих фаворитах лета. Вот это считается самым универсальным, поэтому я, конечно же, отложила его для вас. Дальше, как и обещала, йогурт The Body Shop, тональный крем от Clinique в светлом оттенке, мой самый любимый карандаш для губ, который можете использовать в качестве самостоятельного средства и обрисовывать контур губ. Я сама очень часто им пользуюсь. Это более насыщенный нюд от Urban Decay. Самая приятная текстура. Оттенок называется Liar. Конечно же, матовые тени от Ceiva. Напоминаю, что вот так выглядит эта палетка. Отложила для вас помаду из лимитированной коллекции NARS. Красивый красный цвет. Плотные еще так закрываются, но она полупрозрачная. Очень и очень приятная. Я уже долго снимаю, и только благодаря этой помаде моим губам все еще комфортно с матовой помадой, которая была нанесена до этого. И три помады от марки Paese. Одна из них коралловая. Очень хотела сама им пользоваться. И вот этим тоже нюдом. Посмотрите, какой красивый. И последний, такой насыщенный. Кому-то может понравиться такой цвет. И вот такие вот три на выбор. Ну, на выбор в том смысле, что я отправлю все три, вы попробуете и выберете самую подходящую лично для вас. Все условия, как обычно, вы найдете в инфобоксе. Спасибо за внимание, всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.